Меня зовут Алексей Соболев, катаюсь на сноуборде более 20 лет, участвовал в Олимпийских играх в Сочи в дисциплине слоп-стайл. Когда на больших трамплинах вы пролетаете 20 метров, делаете различные сальтухи, в промежутках скользите по джибовым фигурам, так сказать. Также побеждал и был призером в Кубках мира в дисциплине бигейр. В общем, что-то умею на сноуборде. По крайней мере, прыгать. Потом перешел во фрирайд. В прошлом сезоне выиграл практически все соревнования по фрирайду. И я сейчас понимаю, что настало время выйти на новый уровень. И именно сегодня я решил устроить челлендж с лыжницей и все-таки перейти на темную сторону. Бордисты, лошары позорные. А в конце этого видео нас ждет максимальная заруба. Еду, еду, Леша! Все пошло не по плану, руки ничем не держали. Блядь, я волнуюсь. Я реально переживаю. Лыжницы, что у них в голове, никто не знает. Это фатальная ошибка. Почему? Видите эту табличку сзади? Табличка с надписью «Опасно». Че с руками? Блядь, куда их? Будет 5 испытаний. И в конце мы выясним, кто же лучший. Для этой битвы мне понадобится новый снаряд. Пойдемте, заберем его. Мне нужны 2 лыжи и 2 ботинка. Я уже вижу, ребят, что эти лыжи мне подходят. Оранжевый или красный цвет мне по душе. Мы находимся в прокате GetSki, и если вам нужна снаряга, сноуборды или лыжи, можете приходить сюда и забирать их. Есть как для новичков, так и для более опытных райдеров, которые катаются во фрирайде. Есть также лавинное снаряжение, бипер, щуп, лопаты, рюкзачки, сплитборды. Ну просто с ума сойти от количества снаряжения, которое здесь можно взять в прокат. Обязательно можно взять и защиту. Мы находимся в Красной Поляне. Прокаты у ребят есть в поселке Красная Поляна, напротив главной канатной дороги Красная Поляна и рядом с подъемником Альпика, а также в Архызе, Эльбрусе, Домбае, в Кировских Крыльях, еще в Красноярске и в Подмосковье. Посмотрите, какой выбор невероятный. Используйте мой промокод, здесь появится или в описании к этому видео, чтобы получить скидку. Ну а мы продолжаем. Ну что, моим владыкой Палпатином сегодня будет прекрасная Настя, инструктор по горным лыжам. А что мне говорить надо было-то? Тебе нужно не говорить, а отдавать приказы. Сегодня Настя даст пару советов мне на горных лыжах, потому что я не помню, когда стоял на этих двух палках. И вообще считаю, что они появились, когда сноуборд сломался на 2 части. А в конце этого видео нас ждет максимальная заруба. Лыжница, инструктор по горным лыжам против сноубордиста, который пересел на темную сторону. Главное, не на бутылку. А сейчас ответ на главную загадку. Кто такая Анастейша? Расскажи про себя. Всем привет, меня зовут Настя, я инструктор по горным лыжам. Сейчас живу в Сочи, кайфую, наслаждаюсь и обучаю катанию на горных лыжах. Ну там был камень, ну все видели, да? Я просто наехал на камень. То есть это не... Да выпендрил. Не-не-не-не, я просто, ну... Короче. Я думала, будет получше. Ребят. У нас обучающая часть, я показал падение. То есть, как оно бывает, как не нужно делать, вы это имейте в виду. Так, ну что, Лёш, значит, много моментов. Ну, я давай заметила. С положительного. Давай с падение эффектное. Падение было все согласны. Эффектное. Основная стойка у нас, ноги на ширине плеч должны быть. У тебя какое-то непонятное движение было. Голеностопный, коленный, тазобедренный сустав слегка согнут. Корпус вперед. Всегда мы впереди, да.
Вот эти палки, это вы знаете, да, трэш-чайники, которые вот так катаются. Так. Руки перед собой, палки смотрят назад. Отлично, взгляд. Прям. Поехали, стоечка основная, принимаем правильно. Ой-ой-ой. Чё с руками? Куда их? Держись, маленечко осталось, давай, маленечко, маленечко. Мама, я не могу остановиться. Вперед, вперед, вперед. Ножки поуже, поуже. Кажется, я прикатался к этим лыжам. Так, ну, Лёш, у тебя, в принципе, все нормально? По жизни. По жизни, но не на лыжах. Что мы разговаривали про стойку, все он забыл. Друзья, момент загрузки лыж. Лыжи у нас работают от носка. Если мы едем в задней стойке, в задней позиции, наши лыжи отрываются от снега, и, соответственно, мы им уже не управляем. Еду, еду, Лёша! Еду! Ребята, когда садишься в лыжах на подъемник, ты ощущаешь истинное наслаждение. Потому что ноги у вас и колени просто буквой X не скручиваются, не перекручиваются. Ты как заехал, так и сел. Чилаут вообще. Друзья, следующий совет – это доминирование внешней лыжи. Для чего оно происходит и как оно ощущается? В момент поворота вы стоите на, можно сказать, 90%, это примерно больше на внешней лыжи, чем на внутренней. Для чего это нужно? Для того, чтобы вы могли поставить лыжку на ребро и оттолкнуться от нее. Сейчас я покажу упражнение, которое будет показывать вам доминацию внешней лыжи четко. Доминация внешней лыжи. 50 оттенков серого, часть 5. Поехали. Ого! Ого! Мне кажется, я вообще это доминирование, вы видели какое? Я прям как бык, как жеребец одной ножкой, да, разгонялся. Ай-яй-яй! Берегитесь меня на склоне, ребята! Мои комментарии. Во-первых, все пошло не по плану, руки ничего мы не держали. Ну ладно. Самая главная ошибка – это была ротация. Мы в момент поворот, мы не закручиваем плечи. Это вот ошибка. В момент поворота мы закручиваем трюки, ребята. Имейте это в виду. Нам сегодня это предстоит, потому что, возможно, это будет одним из испытаний, одним из челленджей сегодня, когда мы будем выяснять, кто лучше на горе. Сейчас мы начинаем челлендж. У нас заруба насмерть. Инструктор по горным лыжам Анастейша и я. Человек, который был сегодня с утра сноубордистом, а сейчас вечером перешел на темную сторону. Мы выясним, будет 5 испытаний. И в конце мы выясним, кто же лучший. Первое испытание очень простое. Кто быстрее доедет до низа склона, до подъемника. У Анастейши будет у нас камера в руке, чтобы она фиксировала, сколько времени нам понадобится.
Небольшая фора, да. У нас здесь будет камера. У меня будут палки. Так, ну может ты что-нибудь нам расскажешь? Так, озвучим тот момент, что Алексей весит у нас сколько? 100? А я вешу 45. Ребят, я, конечно, не ожидал таких оскорблений. Ну, я понимаю, лыжники, это кто? Ну, вообще, что это за люди, да? Но так опускаться и оскорблять людей, я не представляю. Я вешу 97 вообще, не 100. Это разные вещи. Ну что? Чё? Let's go! Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the beamer, now I want the bands. Spending all the back like here I go again. Outside says the chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8 day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get hit any day now. On my mama, I'ma move my family way out. With some 20s, 50s, 100s, 1000s, millions, billions, trillions, zillions. I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess around and buy Amazon. I been winning, I'm like why me? I heard these labels wanna buy me. Ай-яй-яй, она уходит! Задержите ее! Объезжаем вот этих монолыжных! Kids if he won't take a lazy day. Wife, you want me, told me take a break. I keep going to the pit straight. Then it's trips out to Montego Bay. If I take the job, bet I'll get it done. I said it before, I'm a 101. I just count some ones, only wearing ones. Fornicate the funds, money made me calm. Diamonds on your neck, bet they on your neck. You want that watch, you better rock a tag. You want that chain, you better cop a vest. You want the check, but can you make it stretch? Да! Мне кажется, я превысил скорость света. Это была самая быстрая скорость на лыжах у меня. На данный момент счет 1-0 в пользу Анастейши. Думаете, меня это остановит? Ни хрена. Кстати, она не знает, какие сегодня испытания ее ждут. Это просто вот, ну, она ничего не знает. И мы сейчас для того, чтобы выполнить второе испытание, переместились на другой склон. Видите эту табличку сзади? Табличка с надписью «Опасность». Для того, чтобы мы смогли понять, кто же лучше из нас во фристайле, друзья. Вот так. Итак, объясняю правила. Можно будет потренироваться сейчас на месте. У нас будет у каждого по 3 попытки. Нам нужно будет прыгнуть 180 и проехать после приземления пару метров. Вот, собственно, и все. У нас получается 2 судьи, Алексей наш оператор и Света. Блять, я волнуюсь. Я реально переживаю. Так, ты стоишь. После первой попытки я считаю, что я справился прекрасно. По моему мнению, Анастейша, ну так, 50-50. Кстати, судьи, говорите. Леша, ты отдаешь балл Насте? Нет. Опа! А ты? Вот это читеры! Ну я считаю, нужен докрученный трюк. Втолкнуться и докрутить. Нет, ты уже на 90 градусов и вот так докрутила на земле. Это не считается. Не, у нас сейчас вторая попытка. И сейчас Настюша первая будет ехать. Все? И смотрите. Да, все, давай. Вот сейчас второй раунд. Будет еще третий. Вы это видели? Записываемся ко мне на уроки по фристайлу на горных лыжах. После второй попытки отдаете ли вы балл мне, судьи? Да. Алексей, да. Светлана, Анастасия, говорит, да. Светлана, да.
Отлично. Теперь самая сложная часть 3. Нужно сделать 180 в другую сторону. Да! Да, детка. Вот это X-Games. На самом деле я знал, что у Насти будут проблемы, когда я увидел ее лыжи, которые выше нее просто чуть ли не в полтора роста, я понял. Мы это задание заберем, мы это испытание взяли и забрали. Но я объявляю счет 1-1, что нас ждет дальше, вы даже себе представить не можете. Такой сложности задания вы не видели. Погнали наверх. Это интуиция! Это шоу интуиция! Что происходит? Я не могу остановиться! Мама, я не могу остановиться! Вперед, вперед, вперед! Ого! Я не знал, что я на это способен! Еду к тебе! Леха, я еду к тебе! Для того, чтобы свершилось третье испытание, нам необходимо выстегнуться из лыж. Что он там вообще понапридумывал? Это, конечно... В общем, смотрите. Я это только что, кстати, ехал на подъемнике, придумал. Смотрите, какая задача. Мы втыкаем лыжи. Или нет, переворачиваем их. Да, переворачиваем лыжи и отходим на дистанцию 30 метров. Угу. По команде главного арбитра Светланы. Она тоже лыжница. У нас как бы сегодня компания. Соответственно, по команде мы должны добежать до наших лыж. Кто быстрее стегнется, ага, тот и победил. Да, выиграл тот. То есть низко подпрыгиваем. Кто приземлился раньше, тот выиграл, да. Она просто впрыгнула в них. Она впрыгнула, да. Такое ощущение. Я рассчитывал на то, что я ее обгоню. Ну ты и так меня обогнал. Я из-за того, что сильно разогнался, у меня ботинки, они начали скользить, я начал лыжи проезжать свои вперед, короче. После трех челленджей счет 2-1 в пользу Анастейша. Братья, сестры, сноубордисты, держите за меня кулачки, скрестите пальчики. Потому что сейчас будет самое, что ни на есть, сложное испытание. Будем играть с УЕФА до одной победы. Нифига себе! Приготовили свои пальчики. Вы даже не знаете, что вас ждет на пятом. Что делать? УЕФА. Да, только до одной победы. Одной победы? Да. Что, начали? УЕФА говорим вместе, давай. Да. УЕФА! УЕФА! Ну, ребятки, как я ему, да? Подрезал-то. 3-1? Нет. 2-2? Как это? 3-1! 3-1. Я выиграл только в одном конкурсе. Не расстраивайся. Ребят, тут момент такой. Я, конечно, мог бы вам сказать, что пятое испытание дает 3 балла. Давайте сделаем так. У нас пятое испытание. Это конкурс. Это приз зрительских симпатий. Мы сделаем это испытание номер 5. И только вы, зрители, определите, кто победил в комментариях. Каждому из нас дается по 10 минут. Каждый из нас должен придумать креативную фотографию. Любую. Точнее, но это скорее всего будет селфи, да. Креативное селфи. Оно может быть смешное, оно может быть красивое, любое. Мы их делаем. И потом вы сами скажете финальное решение, кто выиграл в этом конкурсе красоты.
Ну, можно просто фото, привлечь других людей, они сфотают. Ага. Все, у нас 5 минут, мы думаем. Должно быть интересно, креативно, смешно, да, все вместе? Не только секс. У меня есть одна идея. Вот сразу, моментально пришла в голову. Не знаю, получится ли ее осуществить. Выдержит ли моя голова. Оу май. Да, вот так вот, чуть-чуть вот сюда, во-во. Ты можешь рукой чуть поднять левую руку, да? Типа, еее! Ну что, ребята, осталась надежда только на вас. Все-таки решить, кто победил в 5-м испытании. У меня нет оправданий после таких соревнований. Я полностью признаю свою вину. Я мало тренировался, мало уделял времени. Мне нужно было вставать не в 6 утра, а не в 5. Мне нужно было не ложиться спать и тренироваться к этим соревнованиям, к этим состязаниям. Ну, победил сильнейший, хотя ты здорово сражался. Старался мальчик. Ну ладно, ребята, такой вот спонтанный выпуск получился у нас. Я такое удовольствие получаю от катания на горных лыжах. Я, мне стыдно признаваться, ребят, но это просто новое ощущение. Вот. Не то чтобы я просто попробовал, да? Это же не наркотики. Горные лыжи, это же не наркотики для сноубордистов. Ну, я надеюсь. Очень много техники, схожей со сноубордической. И я понимаю иногда, как ее использовать на лыжах. Поэтому я могу ехать прямо, поэтому я могу примерно карвить. Я понимаю, что такое ангуляция. И это меня вообще будоражит, что я типа сам дохожу до каких-то вещей. Но с инструктором, конечно, это все быстрее происходит. В принципе, все, я кайфанул неистово. А ты? Я тоже, Леш, спасибо. Давай. Да, спасибо, товарищ. Спасибо товарищам. Товарищ. Ладно, ребята, шлепаем подписки, колокольчики. Просто прожимаем лайкусики. Подписываемся да. На Настеньку. Ого, ого, ого. А что он молчит? Заходите, да, рилсы смотрите, у нас тихо, она там кривляется весело. Ну, смешно. Вот, короче, все. Всем пока.